Ребята, всем доброго, доброго утра. Суббота. Ветер задувает. 15 апреля, 23 год. Время без 15:08 утра. Собираюсь на работу. На улице минус 7, как и говорили, холодно. Ой, ветер прям нехороший. Вот такая вот у нас сегодня погода. Сережа приехал с ночи, говорит, очень скользко. И интересно так, на Ильинском районе снега-то нету. Начинается от поворота Металлургов, кто знает, и в сторону города снег. Представляете? На полдороги, как говорится. Вот такая вот. Обалдеть, погода. Сережа говорит, скользко на улице. Корочка говорит. Ну все, ребят, я пошла собираться на работку. Всем хорошего денечка. Кто отдыхает, хорошо отдохнуть. Ну и будет продолжение видео. Я побежала. Всем удачи. Там степь, да степь кругом. Здесь, ну, вроде как горы кругом. С этой стороны, с этой стороны. Не так продувает. И то хватает. Вообще погода кошмар. Прям метет. Прям метет. Лужи замерзшие. Холодно прям вообще. Очень холодно. Ну все, ребят, мы едем домой. Упс. Светофор поставили, или полицейских таких дурацких заблуждений, или еще высоких. Ты не хочешь поздороваться со всеми? А, здравствуйте, да. Всем привет, да? Я-то уже утром поздоровалась. Ну все растаяло, ребят, ну холодно, да, ветер. Да не все растаяло. Ну не все, снежок вон кое-где лежит. Ну ветер гуляет холодный. Так что... Не знаю. Едем домой. Сейчас заедем мы с Сережей в Магнит. Наверное, да? Где европейские раньше были. Заедем в Магнит. Нам нужны... Вот как учит? На пешеходке остановились. Сейчас Сережа все скажет. Да что нет, надо, ничего, что не надо. Это, ну, блин, ну да. Это. Зачем мы в Магнит, либо... Сережа? Завершать маневр или как? Ну, ученик медленно, да. Нам Магнит. Нам надо купить перепелиные кокушки. Яичечки. Только где же их ловить, перепелов? Ну, посмотрим. Сейчас, если в Магните не будем, не будет, значит, не будем красить перепелиные. У нас же... У нашего Клопузика первая пасочка будет. Так что надо. Ну, если не найдем, то уж ладно. Тогда. Ну, я надеюсь, что купим. Что, море волнуется раз? Да. Море волнуется раз, море волнуется два. Это что хотел сказать? Я вчера зашла в Континент. Яйца эти. Я чуть не упала от цен. Сколько перепелиные яйца, я же говорила? 600 рублей, что ли? Там 15 штук, 600 рублей, что ли? Я чуть не... Вообще, я обалдела. Так что вот так вот.
думала только наклеечки сделать. Ну, наверное, все-таки сейчас зайду. У меня есть краска обычная, но что-то хочется какого-то красивого цвета. Ну-ка, думаю, в перламутровый красили. Ну, сейчас зайду, перламутровый возьму. Вчера был в монетке цвет. Ну, мы что-то бегом-бегом. Я посмотрела и побежала дальше. Ну, короче, как всегда. Стоит? Стоит. Кто? Владимир? Памятник. Конечно. Это же памятник, кто ж его посадит, блядь. Народа тоже как бы на улице гуляет, народ. Я бы сейчас тоже погуляла, что-то устала, как собака. Хавкать только научу сейчас. Так, сейчас давай домой доедем, потом пойдем в магазин. Нет, ты чё, блин, обалдел. По пути заскочим. Сейчас вдруг внучок уже скоро подъедет. Вкусняк начнется. Яйца красить будем. Пасочки забрали. А еще, знаете, в этом в континенте пасочки стоят. Ну, у нас обычные паски. Ну, я покажу. Пасочки, куличи. Сейчас не придирайтесь, пожалуйста, к словам. Я понимаю, что такое паска и что такое куличи, и что такое. У нас всегда это называлось пасками. Ну, это да. Здесь приехали куличи. Настоящая паска, она творожная, это идет, Сереж. Ну не знаю, у нас всегда у меня и бабушка покойница. Ну да. Она это... вот в этом она была. Да много кто паски знает. Она и про свирки знает, что такое, она и в церкви это про знала. Про свирки тоже все знают, наверное, что это такое. И в церкви она при советской власти ездила на все такие. Мам, магнит, Сереж. Она и то вот это вот называла паской. Ну я ничего не хочу сказать, я просто вот это... Нормально припарковался. Да, я вот такой вот нехороший, вот так, это, как, ворчу. Угу. Ну, Каська пропустит нас кто-нибудь? Вряд ли. Эй, ладно. Марк, спасибо. Тетенька добрая попалась. Да. Вот так вот. Добрым людям всегда добро возвращается. Народу много тут тоже, да? Здесь раньше были европейские продукты. Блин, мне надо в магнит косметиков-то сходить. Ну давай сейчас зайдем. Нет, у меня нету с собой. Нам дети на 8 марта подарили карточки. Надо сходить. Здесь, кстати, вон Ермолино есть. Недавно открылись. Они что-то прям... Да, мы перед Новым годом здесь покупали. Да, ну в том плане, что они не так давно. Я у него спрашивала, да. Месяца, говорит, 3 или 4 назад открылись. Ну, мы сейчас зайдем. Водичка даже оттаяла в машине. В магнит они там. Вон, видите, вывеска, мы открылись. Сейчас, Сереж, подожди. Ну, ладненько, ребят, пойдем. Значит, пойдем искать стояла. Яйца. Пока стоял, за ночь замерзла. Один, два, три. Да, один возьми. Здесь вот у нас почта России. Небо, смотрите, какое. Ветерок прохладненький. Сереж, а ты не смотрел, сколько градусов? Ну, 4 мороза было, когда я собирался. 4 мороза? А чё же лужи растаявшие? Нет? Нет, вон снег прям лежит. Да ты, господи, ключи потерял. Все, ребят, мы идем. Ребят, ну вот такая вот красота у меня получилась. Пасочки мы заказывали. 7 штучек. 2 с цукатами. 5 обычных, где-то с цукатами, такие маленькие, они небольшие. Ну, вот такие вот, нашла я перепелиные яйца, первый раз красила яйца перепелиные, ребят. Угу. Такие ангелотики.
Так вот получилось у меня. Ну, как-то так. Всех ребят поздравляю с праздником, со светлой Пасхой. Счастья всем и крепкого здоровья.